Вот такой вопрос задал подписчик моего канала в Телеграм. Ситуация, конечно, достаточно редкая, потому что детей, как правило, оставляют с матерью. Но, тем не менее, я думаю, есть немало мужчин, которые, так же, как автор комментария, задают себе вопрос, а как растить детей одному в том случае, если получится их отстоять? И главная проблема, с которой в данном случае сталкивается мужчина, это время, вернее, его отсутствие. Женщине в этом плане гораздо проще, потому что она получает алименты, различные пособия, живет на эти деньги и очень часто может вообще не работать. Кроме того, женщина никогда не занимается детьми. Пока она устраивает свою личную жизнь или бегает по мужчинам в поисках женского счастья, дети предоставлены сами себе, ну или скинуты на бабушек. У мужчины таких возможностей нет. Он не может бросить детей и не может не работать, а поэтому ему приходится искать выход из этой ситуации.